Здравствуйте, дорогие друзья! Готовим клубничное варенье. Для начала клубнику промоем и отделим плодоножки. Здесь 4 кг клубники. На каждый килограмм добавляем 800 грамм сахара. Теперь оставляем на 5-8 часов, чтобы выделился сок. Если вы это делаете вечером, можно оставить на ночь. Прошло 8 часов, уже выделился сок. Теперь ставим на огонь. Нагрели, почти уже кипит. Сейчас выключаем и оставляем до полного остывания. Прошло 8 часов. Ставим на огонь уже второй раз. Доводим до кипения и варим 5 минут. Варилось 5 минут. Теперь выключаем и оставляем до полного остывания. Теперь четвертый раз поставим вариться на 5 минут. И это будет последний. Добавляем в сок 1 лимона 1 чайной ложки лимонной кислоты. И варим 5 минут. Готовые варенья разливаем по баночкам. Варенье варилось 2 дня в 4 приема. Утром и вечером по 5 минут. Разлила по банкам не сразу, дала варенью немного остыть. И в теплом виде разлила в заранее стерилизованные банки.